Начали. Всем привет. Громче. Митин. И сейчас я нахожусь в центре. Китбург называется, Тём. Китбург. Смелее говорят, то тут музыка плохо слышно. И я буду скоро осваивать профессию, которую я выбрал. Я хочу быть охранником. Хорошо. А что тебе здесь выдали на входе? Вот сначала ты был... Сертификат. Это деньги. Твой паспорт. Подожди, давай покажем паспорт. Покажем деньги в банке, выдали тебе. Теперь тебе нужен медосмотр, правильно? Мы ждем врача? Ну, у тебя вообще какие тут ожидания? Я думаю, что тут будет реально очень прикольно. А ты только охранником? Может, еще там миллион профессий сделаем? Не, я пока охранником. Но пока, да, у нас целый день впереди, да? Пока охранником, потом полицию, потом... А потом? Я бы блогером попробовалась. Ну, я пока лучше буду. Хорошо. Стоп-камера. Я за нашего блогера Артема Никитина. Привет, с вами его мама. И первая профессия, которую выбрал Артем, МЧС. В МЧС очень такое интересное здание. И сколько мы тут заработаем? Потратим 10, заработаем 30, если все повезет. 30 минут человек занимается. Вот учебный класс. Вот наш Тём сидит. Попробую приблизиться. Вон его обучалка. Да-да-да. А здесь очень интересная профессия. Не знаю, выберет ли ее Артем. Та-да! Стоматолог. Класс. Там что-то горит. Что-то горит. Артем серьезное лицо сделал. Там что-то где-то горит. Горит дом. Дом горит, сейчас он быстренько все потушит. Давай, давай, Тём, давай. Ой, смотри, ты настроила, оно поливает само. Настрой так все, они будут все поливать. Ну, обычно тут много людей тушат. Молодец, ура! Похлопай себя. И давай скорее садись в машину на свое место. И у Тёма умчался вдаль. Профессия спасателей. Это почти его профессия. Это первая Тёмина профессия. Называется она МЧС. Запомните. Ты слегка растерян. И даже возбужден. Расскажи мне, как это было? Ну, это было круто, но я сначала не стал перебегать на пожарные гидранты, а на одном был. Ну, я потом перебегал. Так, и сколько же денег ты заработал? Сколько? Считаем 10. Еще сколько? И 20.
И 20. Всего 10 и 20. Это 30 рублей. 30 профи. У них тут единицы измерения профи. Пойдем, я нашла еще классную профессию. Называется полицейский.